Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили. Эта игрушка, знаете, по графике, вот именно по прорисовке, мне напоминает одного аниматора. Не знаю, если вы... Вот видишь вот эти вот? Не знаю, если он, этот аниматор есть, или может он слизывал отсюда с этой игры, или он ее сделал. Вот тоже прорисовка, там Overwatch и так далее. Может кто знает? О, максимум. Нажми все, чтобы стрельнуть. Нажать снаружи по скорости. А, три раза можно стрельнуть. Вот, так. А, рекорд, фу. Он еще выжил, как бы, я не знаю. Новый подарок. Так, нажмем. Нет, отправить файл. Отстрелиться оружием подальше от опасности. Вот так еще надо направление. Ох ты! Оу! Охо-хо! Че это такое было? Давай, давай, мог. Нифига, вы видели, что там было? У меня какой-то этот... Подорвал. Совет за 10. Так, ладно. Оху. Блин. Не оставить. Можно наткнуться на каких-нибудь чувачков, они сделают. Как вот тоже была игрушка. Я уж не помню. Тоже подкидывать надо было. Название не помню. Саму игрушку помню. Блин. Умер. Вообще сдох прям полностью. Кровище. Да 18 плюс сейчас поставят за эту игрушку, я не знаю. То есть много крови. Заработать один доз за каждый. Кликер. Тыш. О, вот. Вот на эти надо попадать. Давай, давай, давай. Давай. О, подпрыгнем. Не, вот бананчик нормально тогда нас кутачил, конечно. Эти просто подпрыгивают. Каждый метр. А можно как-то увеличить? Вот. Нет. О, чутко бесплатно. Купить бесплатно, окей, отлично. Так, можно самого персонажа увеличить. Каждый раз, когда вы собираете 100 панцирей, можно открывать случайного персонажа. Покрутить 100 панцирей. А, выбрать. Все? Все, следующий. Нет, это рекорд. Это что такое? Магазин его. Магазин. Что у нас в магазине? Пушки. О, оборудование. Купить $4000. У нас, в принципе, нет. Оружие. 2000 не хватает. Прикольно, кстати, смотри, да? 4 категории. 8200. Смотрите, вот пушек сколько, да? Уху! Бесплатно, 2000, у нас сейчас нет на складе. Типа надо подряд покупать, а потом уже... А можно срисовывать этот анимации здесь, вот прям реально прикольно. Блять. Ну плюс сотку, кстати, прибавили. Если попадаешь. Не, посмотрите рекламу при 2 панцирей. Нет, каждый 100 панцирей. Пш. А, можно еще как-то... Направление, он же там сказал. Но я не помню, как направление. Ух ты. Не. Фух. Фух. Я тоже вместе не вдохнул. Ну что-то интересное, пока здесь я попадал на бананы случайно. Это да, что там, ну-ка. А, можно оружие купить. Пушку. Купить. Видишь? Это уже 10 тысяч стоит. Все, мы теперь с пушками стреляем. Какая рогатка. Че, 4 патрона. Фтш. Фтш.
Ох ты! Ох ты! Давай-ка. Блин. Нет, нас. Ну зато на 350 мы здесь. Рекорд. Сколько-то танчер. Здесь очень много всякой фигни, да, то есть танки какие-то. Блин, надо попадать. Жалко. Давай-ка и... Ой, надо было. Ой, блин. Всех перелетел. Всех, кого можно, чтобы меня подкосили. Надо как-то видеть, что ли, их, я не знаю. Уметь нужно управлять. Давай вообще попробуем. Ну, тут вообще не было никого в начале. Как-то рандомным образом здесь все. Но игрушка интересненькая. О, вот он подорвал меня. Давай на колючки. А! На колючки. 62 у нас панцирь, кстати. Можно кого-нибудь. Блять. Ну что за фигня? Все, ладно, давай попробуем последний раз. Что-то мне не получается мне как-то подорваться. Ох ты. О, воткнулся. Ладно, ребят, если вам понравилась эта игрушка, прикольно, можно так постреляться. Я оставил ссылку в описании на этом. Все, с вами был Шевиля, до новых встреч.